Так, народ не понимает, что измерять, чтобы получить нормальную модельку, распечатать и радоваться жизни. Объясняю. Смотрите, система имеет некоторый диаметр. В данном случае, наверное, 28, я так предположу. Да, 28 миллиметров. Вот эта вот рубашка, она для каждой системы печатается индивидуально. Вот эта рубашка для некоторых приводов ЕНДЛ, там, короче говоря, для еще там каких-то, не помню, не буду сейчас называть. Вот, я ее распечатал, надел. Но если я ее буду вставлять в вапере вот здесь всегда есть проточка вот такая вот, круговая. Вы видите, она болтается как, не будем говорить что, не будем говорить где. Почему? Да потому что диаметр этой проточки, который и надо измерить, у нас 29,2, 29 ровно, точнее говоря, 29 и, ну, 2 десятых, да, вот, 29,2 миллиметра. Вот этот вот диаметр-то проточки нам и надо знать, чтобы лейнер вставлялся с электроником без люфтов. То есть он должен вставаться прям тугонько так. И тогда все, вопросов нет, как бы ни с соосностью, ни с чем. Правда, она, смотрите, даже так встает более или менее, и даже не, то есть тут небольшой люфт, но, уверяю вас, еще раз, как бы сказать, соосность-то будет, даже несмотря вот на такой вот люфт.